Привет, друзья! Вы снова на моем канале. Сегодня жарю печень жареного лука. Нарезала лучок полукольцами. Добавила сковороду растительное масло. Добавила приправы для печени. И печень у меня вот такая говяжья. Добавляю потихонечку в сковородочку печень. Лучок уже поджарился. Добавила печенку. Буду обжаривать печенку на медленном огне. Наша печенка начала поджариваться. Накрываю нашу печенку крышкой, и через 15 минут наша печенка будет готова. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорых встреч в новом видео.